Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу извиниться перед своими подписчиками, которых очень мало, но все же я с уважением отношусь к тем людям, которые подписались на мой канал, и я хочу извиниться перед теми людьми, которые подписались, за то, что я больше не выпускаю видео по игре на фортепиано. Поскольку у меня родился третий ребенок, у меня просто физически не хватает времени снимать эти видео, поэтому я прошу вас простить, я немножечко возьму перерыв, и потом я, если кому-то будет интересно, я обещаю возобновить эти уроки. Пока что у меня просто не хватает времени, единственное, что сейчас я могу снимать, это уроки домохозяйки, все, что, на что сейчас я способна, поэтому... Простите еще раз все те, кто подписался на мой канал. Обещаю, что когда появится у меня время, я обещаю возобновить свои уроки. Если сейчас я буду что-то снимать, то это будет касательно хозяйства и воспитания детей, поскольку у меня трое детей. Поэтому если будут какие-то видео, то это будет касаться именно быта. Так что... Всем желаю всего самого хорошего, самого доброго. Любите музыку. И надеюсь, мы с вами еще встретимся. До встречи!